Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Продолжаем подводить итоги визита президента Украины Петра Порошенко в Одесскую область. И поговорим также об обмене военнопленными. В студии у нас Юрий Котляревский, социальный психолог. Приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. По итогам визита президента Украины в Одесский регион. Насколько важно его появление здесь в конце года и насколько важно жителям Окнянского района и вот жителям Маяк увидеть президента? Ну, я думаю, что это очередная плановая поездка. То есть в каких-то районах он не был, в каких-то должен появиться и так далее. То есть ничего эксклюзивного тут нет. Другое дело, что для меня оказалось несколько, ну, скажем так, более информативно, чем в других случаях, исчезновение мэра из города Одессы, если оно действительно произошло. Почему? Во время визита президента вдруг находит повод не быть на рабочем месте мэра города. Город миллионный, город проблемный. Нет, смотрите, в область все-таки же приехал президент. Я понимаю, тем не менее, если в область приехал президент, а мэр областного центра в это время нашел повод не присутствовать на рабочем месте, мне кажется, это достаточно интересно само по себе. Если мы будем говорить из того, что известно, стало известно о том, что президент посетит Одесскую область 25 числа этого месяца. Геннадий Труханов уже в этот момент находился в отпуске. Может быть, он в отпуск уехал раньше, поэтому не стоит рассматривать эту ситуацию вот парно так. Значит, мне кажется, что все-таки его отъезд совершенно не случайен, и как бы продолжается некая игра, в которой выигрышных ходов нет, но есть ходы, которые как бы продляют игру, продляют матч. А что мешает администрации президента или президенту, собственно, напрямую позвонить Геннадию Труханову и поговорить? Видно, та же причина, по которой Труханов уехал из города, я думаю. Вы считаете, что сегодня у мэра Одессы проблемы? Он сбежал, У него проблемы уже давно. Другое дело, что он как-то так неожиданно ловко от них научился уходить. То есть были несколько попыток его как бы понизить его статус и повести его дело к освобождению и ранее. И он раньше как-то находил заинтересованных лиц, находил соответствующие средства, чтобы избежать трагической развязки и продолжал матч. Сейчас, я думаю, что этот матч подошел к своему логическому завершению. Хотя здесь, наверное, ничего говорить нельзя. Я, в общем-то, понятно, что я сторонник того, чтобы эта история закончилась. Другое дело, что кто вместо? Тут вопрос возникает очень серьезный, я бы сказал, трагический, потому что скамейка очень короткая. Ну, секретарь Одесского городского совета Алексей Потапов. Но это все временно, да. А если все-таки говорить о визите президента в Одесской области, считаете ли вы, что это либо начало предвыборной кампании, либо это следует ожидать в следующем году уже в постоянном, плотном режиме графики посещения разных областей Технологически Украины? Понятно, что это решение лобовое. То есть частый график посещений, человек начинает работать на постоянное пребывание в кадре, каждый день или каждую неделю он ньюсмейкер. Эти все ходы уже приелись. Я думаю, что на сей раз приготовили что-нибудь похитрее и поумнее. Нужен какой-то скандал, в ходе которого президент выглядит более доблестным рыцарем, чем мы к тому привыкли. В частности, встреча в Борисполе, значит, бывших заложников и так далее. Это больше похоже на избирательную, чем визит в красные окна и так далее. Если мы с вашей подачи перейдем на тему обмен пленными, много в средствах массовой информации, в тех же социальных сетях, долю и роль которых нельзя преуменьшать, звучит критики, направлены на то, что многие сумели заработать политические баллы на этом обмене и продолжают это делать. Первый вопрос. Сколько это может еще продолжаться? И считаете ли вы, что конкретно Петр Порошенко зарабатывал баллы? Ну, я бы не сказал так грубо. Зарабатывал баллы. Он их зарабатывает всегда и очень точен, технологически квалифицирован именно в этом плане. Смог же он когда-то найти момент, когда вдруг 57% избирателей захотели видеть его президентом. Хотя он был непопулярен достаточно много раз, его из должностей снимали, и всякого рода грехи за ним числились, и все это пиарилось. Тем не менее, он человек достаточно верткий, достаточно мудрый.
То есть, и, кроме того, несмотря на относительно не старый возраст, он, в общем-то, человек чрезвычайно опытный во всякого рода интриганских делах. Поэтому думаю, что этот фон у него присутствует всегда. Насколько он сейчас выпуклый и так далее, я не приближен к этой сфере, поэтому и к этой компании, поэтому сказать затрудняюсь. Но очевидно, что Петр Алексеевич выбрал ход, ну, я бы сказал, спекулятивный. Нельзя же сказать, что обмен пленными зависел только от Петра Порошенко. Обмен пленных – это дело, это обязательство страны перед людьми, которые свое здоровье потратили на непонятно на что. Но вот это вот, весь этот маскарад. Вы знаете, очень много демонстративных вещей. Ну, представьте себе, что на встречу со своими освобожденными, вот сейчас же есть 300 с чем-то освобожденных россиян, так я понимаю, на встречу с ними приехал 203. Бы Путин. 203. Да, приехал бы Путин в камуфляже. Ну, Россия бы сразу начала вся посмеиваться, на самом деле, но втихую. Значит, совершенно симметричный акт с нашей стороны. Но он ни у кого не впервые не так встречает, на самом деле. Да? Не впервые. Да, одевает военные формы. Но для воюющей страны мы-то понимаем и признаем, что у нас в стране идет война. А россияне не понимают и не признают. Ну, да? Вероятно, нет, но, по крайней мере, об этом речи не идет. Прекрасно понимают, что происходит. Интеллигенция, во всяком случае, вся очень иронична в таких случаях. Позвольте мне здесь выражать некую иронию по этому поводу. Роль Соединенных Штатов. Вы о чем? В истории обмена пленных. Ну, наверное, они не против того, чтобы это происходило. Другое дело, что не столько они используют этот сюжет для своих как бы целей, сколько их используют. На самом деле, они уже давно являются в этой игре не столько игроками, сколько мячами. И они это знают. Другое дело, что мы сильно зависим от них не только политически, мы и материально от них сильно зависим. Надо все-таки понимать, что основная цель Соединенных Штатов – это не добиться благоденствия в Украине и расцвета украинской экономики и политики. Их интересует неблагополучие системной России, которое с помощью Украины можно проталкивать дальше, можно продлять. Украина для них – это средство, а основной объект в этой борьбе – это как раз Россия. Они в этом плане достаточно циничны, достаточно технологичны и достаточно безнравственны. Это надо понимать. Ну, мысль ваша понятна, вы этой мысли придерживаетесь уже давно и регулярно посещаете наш эфир, за что вам спасибо. Давайте подведем итог года, что касается Одессы и что касается Украины в целом. На ваш взгляд, какие успехи за этот год, успехами может похвастаться Одесса и Украина? Ну, вопрос, что считать успехом. В Одессе выросло еще несколько десятков небоскребов стеклянных. И в Одесской области, и в Одессе, областном центре нет ни одной технической системы, которая в случае пожара достигла бы предыдущих верхних этажей. Это правда. То есть, на самом деле, люди, которые купили жилье в этом доме, скорее всего, в нем жить не собираются, сдают это жилье кому-то, там очень интересные вещи с метражом и так далее. То есть, на самом деле, те, кто там наверху живет, в случае пожара просто не имеют никаких шансов спастись. Это очевидный прокол. Люди пишут отчет о том, сколько освоено средств и как трудящиеся селились в новые льготные дома. Так какую из этих посылов, которые и тот, и другой справедлив и отвечает действительности? Какой из этих посылов должен быть принят на веру или считать его там позитивным или негативным? Так, застройка нехорошо. Параллельная перегрузка коммуникационных путей. Страшнейшая перегрузка и сплошные аварии. Смотрите, перерыты самые как бы пиковые места в городе перед Новым годом. Наверняка, ну, это не перед Новым годом произошло, это просто еще не завершено. К тому, что таких работ не выполняла Одесса уже давно. И, за то есть надо было сделать это в декабре перед Новым годом. А что за что именно? Я имею в виду район Куликового поля, в частности, проезд туда на Фонтанскую дорогу и прочее, где машины сегодня стояли на километры. То есть, на самом деле, такие вещи надо как-то планировать, я не знаю, как-то учитывать. Хотя такой ремонт никогда не бывает как бы безболезненным, но в данном случае... Это правда. В данном случае сделали так, как получилось, а не так, как следовало. Давайте из хорошего. Значит, я сегодня брал интервью у коллеги-психолога по поводу позитива. Он действительно такой позитивист, как бы, располагающий к себе очень человек. Он говорит, надо находить ресурсы в самом себе, потому что кроме нас самих у нас ничего нет. Могу с удовольствием поделиться с вами этим замечательным рецептом. Спасибо вам. Ну, того же пожелаем, да, наверное, действительно. Год был очень тяжелый. Я бы сказал, на самом деле, годом он в значительной мере был бы испытание, если следующий не станет хуже. Не станет. Будет только лучше. Спасибо вам большое. Спасибо вам, да. Юрий Котляревский, социальный психолог. Прерываемся на новости. Позже вернемся, пообщаемся с политологом. Дождитесь.